Всем привет! Предлагаю вам вместе со мной собраться на работу. Ну что, начнем? Честно. У меня помыта голова. И я всегда так практически делаю. Я мою голову, хожу, делаю свои дела, кушаю, пью кофе, кстати, с вами. С кофе. И пока немножечко она высохнет, даже она, ну, сыра еще. Я делаю свои дела, а потом укладываю голову. Потому что волосы уже достаточно длинные, и я хочу, чтобы они были в хорошем состоянии. И так, сейчас я закалю. И не пересыхали от фена. Соответственно, вот так вот сделаем с вами прическу сейчас. Немножечко тут поправим. Вариант. Так, мне надо на работу сейчас сходить. И поэтому мы с вами соберемся, накрасимся. Так, выдавливаем консилер. Я что-то еще первый раз тут хочу использовать. Может, многовато. Сегодня вообще я собиралась в спортзал. Конечно же, я не пошла в спортзал, потому что у меня были домашние дела, то одно, то другое. И я решила сегодня без спортзала. Еще неделю. Все, на следующей неделе обещаю, точно пойду. Во-первых, я же продлила абонемент. У меня заканчивался 16 числа абонемент. Я его продлила. Пойду на следующей неделе, все по расписанию, все точно. Так, добавим. У меня сейчас крем на лице, поэтому он так хорошо растягивается. Много продуктов не надо. Немножечко замазываем. Я съела рыбу с кунжутом, и меня немножко обсыпала. И залила водичкой. И я прибавила почти килограмм. Так что для тех, кто сидит на диете, худеет, с соленым очень осторожно. Набираешь за ночь, за ночь. Вот. Так, база под тени. Любимая. С этой базы можно использовать любые тени, даже самые-самые простые и дешевые, потому что эта база держит почти весь день, хотя тут написано 24 часа, но держит она день. Тени на веках. Так как у меня карие зеленые глаза, все оттенки хаки, беж, золото. Очень красиво смотрится на глаза. Сейчас сделаем один из простых вариантов моего макияжа. Я люблю тени в основном на глазах или подводку. Просто накрасить ресницы и не накрасить тенями я так не люблю. Я люблю, когда глаз открыт, глаз пахнет, либо стрелочка для кошачьего взгляда.
Лицо обязательно прокрашиваю, потому что глаз становится больше, распахнутый. Можно еще слизистую подкрасить. Ну, это уже на вечер. Так для дневного макияжа достаточно. Брови мы будем красить тенями Шисейда. Им уже много лет. И они до сих пор продаются. Даже упаковка не меняется. Я их люблю. Если надо быстро накрасить брови, они меня спасают. Если у меня свежепокрашенные брови краской, то я только пользуюсь гелем. Гелем наложила и все, так как сейчас хочется немножко сделать поярче бровь. И тенями, и укладочным средством. Кого гелю, кого воск. Я смешиваю и черный, и коричневый цвет вместе. В серединке прямо. Вообще я не люблю яркие брови. Практически всегда они у меня естественные. Если я буду без макияжа, и с макияжем всегда брови примерно будут смотреться одинаково. Гель брови. Так, возьмем пудру. Немножко припудрим лицо, потому что блеск немножко снимем блеск с лица. Теперь мы возьмем румяна от Clarins, моя любимая. Немножечко. У меня два вида румян. Один теплый и холодный. Если использовать светлые тени, то я люблю теплый оттенок румян. Если использовать темные, это серые, черные, то холодный оттенок румян будет красивее. Далее это Wet n Wild, это мне подружка подарила, шикарный хайлайтер, который подсвечивает очень красиво и очень деликатно. Можно, не стесняясь, наносить его. Много не бывает. И остались реснички. Реснички я крашу свои любимые тушью Телескопик. Несколько слоев.
Сначала я стараюсь подкрасить корень реснички, поднять их, и потом уже форму саму прикручу. Просто бальзам для губ. Вот такой у нас макияж получился. Простой, но с эффектом на глаза. Сейчас нам с вами нужно сделать укладку. Укладку мы сегодня с вами сделаем на... Давайте на плойку. Значит, я ставлю плойку греться. И иду одеваться. Пока она нагреется, я тянусь. И можно выходить. Так, ставим плойку. Плойка у меня Erica Pro. С большим диаметром. Включаем. Всего здесь 25, я так понимаю, режимов. Ну, я выбираю средний, где-то 20, 21. Ставим греться. И я пошла одеваться. Для вас это будет немножко все быстрее. И... Привет! Итак, я одела самую базовую одежду. Это жакет, белая футболка, джинсы, серые скини. И будут у меня большие ботинки, попозже покажу. Итак, сейчас мы с вами будем укладывать волосы. Распустим наши заколочки. Вот такой у меня домик на голове. Ну, можно и там укрепить, кстати. Даже ничего. Вот такие у меня подружки. Сейчас мы все исправим. Ну что, нам нужно отделить волосы на прядки. Так, тут мы будем делать. Будем накручивать только низ. У меня уже не хватает длины плойки, чтобы накручивать целый локон. Будем держать по 10 секунд примерно. Пружинкой я этой не пользуюсь, мне не нравится. Так, до 10 досчитали, следующее. Пять, шесть, семь, восемь, девять, десять. Так как нам нужен эффект просто естественной волны, дольше держать нету смысла, иначе они будут очень потом долго держать очень такую крутую прядь. Я стараюсь кончик не прижимать, чтобы он не портился, не ломался и не секлись концы, кстати.
Так. Далее отделяем следующую часть. Хаотично, как мне нравится. Всегда, кстати, по-разному я почему-то отделяю прядки. А могу просто разделить волосы на прямой пробор и накручивать по прямому пробору. Уже остыли. Сейчас мы их разберем руками. У меня есть специальная расческа, у нее буквально 6 зубчиков для расчесывания локонов, чтобы не пушились и не электризовались. Но так как до нее нужно идти, я делаю это руками. Вот 5 больших зубчиков. Получается вот такая укладка. Немножко под вителем, чтобы было естественно. Как будто я проснулась. Сходила в душ, помыла голову, и вот такая вот у меня укладка после душа. Я как будто ничего не делала. Пробор делала на эту сторону, лег на эту.
бывает. Ну что, пора на работу. Выключаем все приборы. Сейчас покажу вам образ, который полноценно получился, с обувью, с прической, с одеждой. Что, вот такой образ у меня получился. Белая футболка, жакет из твида, джинсы скини, ботильон и макияж. Готово, можно идти на работу. Ну что, спасибо всем большое за просмотр. Буду радовать вас новыми видео. До новых встреч!